грянет гром в середине лета. Неприятность эту мы переживем. Говорится, грабить так с музыкой. Это ограбление по на радио Аврора. А у нас на Авроре все по-честному, дорогие друзья. На один день с вами первым здоровается Саша, а в другой я. Вот такие вот дела. И все это, конечно же, в ограблении по. Но самое главное в ограблении по — это не мы, разумеется. Это в первую очередь, дорогие друзья, слушатели и радиозрители. Вы и наши подарки. А в ограблении по мы дарим. Аврора дарит 30 литров бензина. Так что берите телефон. Я начал засыпать. Я прошу прощения. Номер телефона 0912. 76-10-07. Самое-то главное, ты забыла? О чем ты там рассказываешь? Ну, звоните, друзья мои. Напомните. Звоните и отбирайте у нас. Какой ты громкий, Александр. Я тоже так подумал, вот, но решил не меняться. Так, ну, дорогие друзья, я теперь то же самое продублирую, пожалуй, на армянском языке, чтобы всем было, ну, легко к нам, хотя нелегко, разумеется, дозвониться, но это возможно. Поставьте перед собой такую цель, наберите 091-76-1007, то есть «Зрёйна сунмэк, йотана сунвэц, тасса зрёйот». Видите, я совершенствую свой армянский, так что почти уже без акцента получается. А как только вы дозвонитесь, попрактикуемся, как говорится. Вам всем удачи в дозвоне. 30 литров бензина вы можете выиграть, даже если не имеете машину. Все равно бензин потом можно весьма удачно перепродать, передарить. Главное, чтобы не выпить его. Это да, это, конечно... А есть такие умельцы? Они до сих пор живы? Неизвестно, науке это неизвестно абсолютно. Самое главное, нам известно, что у нас есть номер телефона 0917-61007, на который вы можете дозвониться к нам, отгадать отрывок из мультфильма или кинофильма советского, получить за это 30 литров бензина, быть счастливыми всю оставшуюся жизнь. Вот прям за эти несколько секунд, знаете, мы такой эликсир счастья в вас вольем в виде 30 литров бензина. Ребятки, я сейчас понимаю, у кого-то может быть обеденный перерыв, может, в принципе, кто-то не знает, что такое обеденный перерыв, потому что, ну, не приходится, не получается, да, так отдохнуть. Ну, все совершенно верно, да. Многие люди вообще не работают, не знают, что такое обеденный перерыв. Некоторые люди работают в ресторане поварами, и у них круглосуточный такой обеденный перерыв. В общем, кем бы вы ни были и сколько бы вам ни было лет, все равно звоните. Попытайтесь дозвониться хотя бы 091-76-1007. В качестве подсказочки не забывайте. Это уже и для участия в ограблении по и в других играх. И, конечно же, в принципе, для того, чтобы пронаблюдать, что у нас здесь происходит. Не забывайте наш адрес в интернете www.radioaurora.am. Еще мы, конечно же, есть в ваших телевизорах. Если у вас дома ростелекомовская приставка, если у вас смартбокс, если у вас смарт-ТВ, если у вас Би-ТВ, Си-ТВ, в общем, вот все вот эти примочки помогут вам, конечно же, связаться с Авророй и поучаствовать в ограблении по... А, нет, еще раз номер, напомним, 091-76-1007. А я попрошу там мне в ухо все-таки быть немножечко пореже и поактивнее, и посмелее, а то... Это вот такие тонкости нашей работы, друзья. Это обычно Люся своим мужчинам так говорит. Пореже и посмелей, мне в ухо. Ну ты смотри, Александр, потому что известно же, да, что женщины любят ушами. Слушай, ну ты сегодня, Регина, дубовицкая прямо. Прямо я заразился, она же меня вчера ночью укусила. Я буду потихоньку превращаться Петросяна. Да. Верно. В общем, вот с таким вот хорошим настроением мы продолжаем ограбление по. Осталось только принять нам звоночек. А прежде мы вам расскажем... А прежде можно я еще одну шутку расскажу? Ну-ка, давай. Да, я думаю, многие ее заценят. Я, кстати, хотел напомнить, что вчера проходила Шнобелевская-то премия. Это Шнобелевская, это когда вот за это шуточные, абсурдные, да, такие... Да, за абсурдные, да. Ну, и оказалось, что одну из премий выиграл человек, создавший протезы для имитации походки козлов. Походки козлов? Да, я теперь понял, что многие женщины будут дарить своим мужчинам на 23 февраля. Так вот она, твоя шутка. Алло, здрасте. Как вас зовут? Арсен. Очень приятно, Арсен. А почему так тихо? Где вы находитесь? Вы в каком-то секретном подтайном месте?
Ну, понятно. Это где? Ну-ка, расскажите, где ваш бункер? Мы идем к вам. Вы там кипятите? Третий участок. Третий участок. Тогда мы в присядку пойдем к вам. И плинтуса с собой захватили. Как это? Бордюры. С собой захват, а вдруг он вас там все заняты. Не хочу обижать третий участок, это просто шутки. Я сама живу в Бангладеше, и часто мне приходится видеть, как у нас тоже на бордюрах. Так что у меня дома есть запасной, если кому нужен. Арсен, а что вы там делаете в третьем участке? Ну, а где друг? Ждете своего друга. Вы на автомобиле, скорее всего. А какой автомобиль у вас? Паджеро. Митсубиши Паджеро. Именно в него вы будете заливать 30 литров бензина? Да. Очень хорошо. А скажите, Арсен, а чем вы занимаетесь? Кем вы работаете? Как? Чего? На комбайнчика. На комбайнчика? А, то есть, да. Постоянной работы нет, но чем-то, наверное, занимаетесь, как-то деньги же зарабатываете. Да. Но каким образом? Поделитесь, а то вот мы не знаем, что делать, если потом вот не иметь постоянной работы. А это гахтика. Это, по-моему, как раз вот именно тот случай, когда у человека спрашивают, как дела, чем занимаешься, он говорит, хара. Нет, не хара. А друг сейчас на работе, вы его, я не знаю, каким образом именно вот днем, как получается так, что в пятницу днем люди вот так вот дневное время встречаются, еще и ничего не делают. Да, горстаком. А, это по делам. Ну, тогда другое дело. Арсен, а у вас семья есть? Поел. Большая? Стандарт. Стандартная. Муж, жена, ребенок. Стандарт комплекта, имя стандарт комплекта. Каниква, эреха. Эреха. Ух ты. Стандарт. Шатля. Я запомню это. Стандарт. Хорошо, Арсен. Ну, а как вы, у вас обычно, как вот в семье происходит вот этот ритуал просмотров какого-нибудь кино? Дома на диване, на кровати или как? Или все-таки в киношке ходите? Чайки, Но у вас есть повод. У вас есть повод и есть возможность сходить со всей семьей в кинотеатр, потому что именно сегодня, именно для вас мы предоставляем... Ну как на четверых... мы? От кинопарка вы получаете вот такие вот бонусные карты на 1000 драм на каждого человека, вам будет скидка, это уже то от кинопарка. То есть если вас, у вас стандартная семья из 4 человек, вы жена и 2 детей, вы получаете 4000 драм скидку. Ну это в общей сложности. Да. В общем, Арсен, мы к чему говорим? К тому, что даже если вы сегодня бензин не выиграете, но мы очень надеемся, давайте, что вы не будем выиграете. Настолько вперед забегать. Да, все равно уже у вас есть подарки от кинопарка, который находится в Ереван-Молле. Но от Аврора 30 литров вы все-таки обязаны сегодня получить подарок, залить ваш Паджеро, а значит, вы должны сейчас угадать музыкальный фрагмент из очень известного советского мультфильма. Вы вообще мультики советские когда последний раз смотрели? Наверняка с детьми. О, да. Ну вот. Сейчас будем освежать, как говорится, вашу память. Арсен, я вам желаю удачи. После того, как вы услышите музыкальный фрагмент, вы же знакомы, да, с правилами ограбления? Да, вы сейчас услышите как раз эту музычку, песенку точнее. Вам потом Саша озвучит еще 4 вариантика. Там есть, конечно же, правильный вариант ответа. Если вы выберете именно его, то Аврора вам с удовольствием будет дарить 30 литров бензина. Мы договорились? Давай. Тогда по рукам удачи, поехали! На радио Аврора ограбление по. Весь мир у нас в руках, мы звезды континентов, разбили пух и прах проклятых конкурентов. Я, кстати, подумал, как это символично в вот сегодняшнем дне. О, да. Арсен, ну хлопайте в ладоши, тут даже в ухо нам подпевают. Арсен, вы должны вспомнить этот момент, этот мультфильм. Кстати, сейчас на визуальном радио на сайте radioaurora.am была видеоподсказка, фрагмент из этого мультика, вы бы ее точно узнали. Что-то уже припоминаете сейчас? Мы к вам приехали на час. И заехали тоже. Давайте. Варианты на сутки еще. Конечно. Ну что ж, давайте тогда. Первый вариант – это «Приключения поросенка Фунтика». Второе – «Трое из Простоквашино». Третье – «Бременские музыканты». И четвертый вариант – «Летучий корабль». Корабль, а не корабль. Корабль. Ну, можно корабль. Итак, Арсен? Фунтика Ансанг. Фунтика Ансанг. Инчи чек сирюм. Хос чек сирюм. Ну, так чекатер. Сейчас банк.
Честно, честно. Честно, честно. Так. Так, Фунтик, Эмюсе. Трое из Простоквашино. Ансанг. Тоже прошли. Бременские музыканты. Летучий корабль. Корабль. Корабль, конечно, я шучу. Летучий корабль. Ведови. А это только Чермишин, да? Так. Ну, у нас два варианта осталось. Летучий корабль и, конечно же, бременские музыканты. А вы песню помните вообще, вот в вашей памяти вы ее помните? Мы к вам приехали на час. Там мы звезды континентов. Я слова так полностью не знаю, конечно. Бременские музыканты, думаете? Да. Это ваш окончательный ответ? Да. И это правильный ответ! Аплодисменты в вашу честь, Арсен, потому что вы не только пойдете в кино, вы еще и поедете на машине, заправленной 30 литрами бензина от «Авроры». Да, так что мы вас поздравляем. Спасибо вам огромное, спасибо, что вы до нас дозвонились. Арсен, к сожалению, мы его так и не смогли понять, чем вы занимаетесь. Но ничего, вы же потом придете к нам и все расскажете, правда? Мы же вас так просто не отпустим. Тогда будем вас ждать. Вас еще ждут ваучеры на 1000 драм от кинотеатра «Кинопарк». Это тоже не забывайте. Ваучера каждый на 1000 драм. Не забывайте. В общем, будем вас очень ждать. Саша вам чуть позже, уже буквально через минуту перезвонит и расскажет, как доехать до «Авроры», как забрать 30 литров бензина и все остальные подарки. Спасибо большое, Арсен, еще раз. Огромнейшее спасибо. Да, мы попрощаемся на данном этапе с Арсеном, а в принципе можем продолжить. У нас впереди ожидается как раз Адриано Челентано, его очень любит наш Марина Геворкян, ну и вы тоже зацените. Через 13 минут будут новости с Арминой Сирюнян, а там в третьем часу, конечно же, главная двадцатка. Так что я в принципе прощаться не буду, ну а Саша Дубаса, как я говорю, приятных вам выходных. Хотя бы выходные вместе со мной. Выходные у кого выходные, у кого рабочие, будет суббота и воскресенье. В общем, неважно, что вы будете делать этим вечером, этим днем и на выходных. Самое главное, чтобы с «Авророй». Всем спасибо за внимание, у нас впереди еще будут игры. Так что услышимся и увидимся. Пока-пока. Каждый будний день. Бензиновая лихорадка.